Двое мужчин погибли при частичном обрушении здания в Богучанах. ЧП произошло накануне около 10 часов вечера. По уточненным данным, упала плита перекрытий в строящемся здании районной больницы. Пока неизвестно, что именно делали погибшие мужчины в столь позднее время на стройке. Для устранения последствий на место ЧП было направлено 24 человека и 9 единиц техники. По факту случившегося в Следственном комитете по краю назначена доследственная проверка. По предварительным данным, при строительстве районной больницы в селе Богучаны погибли двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет. В настоящее время на месте работает оперативная группа. Все обстоятельства уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.